Здравствуйте! В эфире программа «День города». Я, Марина Комиссарова, и мои коллеги расскажем о событиях минувших выходных. Прямо сейчас смотрите. Пьяным за рулем бой. В ходе рейдов полицейские продолжают выявлять нетрезвых водителей. Урожай 2017. Рязанские аграрии выполнили заявленный в начале года план. Рязанские предприятия накажут за загрязнение воздуха. Природоохранная прокуратура проверяет деятельность сразу нескольких производств в селе Поляны. Алена Куколева узнала, что предприятия делают в ущерб окружающей среде. Жители Полян в Рязанском районе жалуются на воздух. По их словам, предприятия, которые работают на территории села, выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества. На очередное обращение обратила внимание природоохранная прокуратура. Природоохранной прокуратурой была организована прокурорская проверка, к которой привлечены специалисты Министерства природопользования Рязанской области, санитарные врачи, лаборатории для проведения замеров на источниках выбросов в санитарно-защитной зоне и в зоне жилой застройки. По результатам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования. Прокурорской проверке подверглись два предприятия – мебельное производство и производство по изготовлению пластиковых рамок. На обе организации регулярно жалуются местные жители. Теперь специалистам предстоит выяснить, каково превышение вредных примесей в атмосферу, которую они выбрасывают. На производстве пластиковых рамок, на первый взгляд, все соответствует нормам. Покраска изделий осуществляется экологичными, нетоксичными красками, а переработанный пластик вновь уходит в производство. Вопросы вызывает установка «Циклон» для древесных отходов, которая не полностью очищает воздух от вредных примесей. Насколько опасны выбросы, покажут результаты проб. Проверили прокуроры и полянское мебельное производство. О результатах станет известно после комплексного изучения деятельности предприятия. Тем не менее, едкий запах, который тревожит жителей Полян, возможно, является результатом деятельности не только предприятий, но и самих людей. Предприятия вообще у нас все предупреждены о том, что сжигание мусора запрещено по правилам благоустройства. Предупреждаем мы об этом и самих жителей. И, кстати, вот больше всего вопросов к жителям, потому что сейчас идет вот сбор урожая, и все-таки мусор сжигают. А весь дым, он осаждается у нас в низине. Здесь, на этом предприятии, тоже есть сушилки, которые в момент затопа дают дым. Ну, вероятно, вот это вот и вызывает беспокойство у жителей. О том, насколько вредными являются проверяемые предприятия, жители Полян узнают уже скоро. О результатах проверки мы также сообщим в выпуске новостей. Несмотря на неустойчивую погоду, жатва в Рязанской области в самом разгаре. А первые итоги уборки зерновых показали, что амбициозные планы, озвученные в начале весны, аграрии выполнены. Рязанские хлеборобы намолотили более 1 000 000 тонн зерна. Уборка зерновых прошла экватор. Собрано более 1 000 000 тонн урожая. На 21 августа в области зерновые культуры обмолочены на площади более 260 тысяч гектаров, а это 45% плана всей уборки. При этом намолочен 1 071 000 тонн зерна при средней урожайности в 41 центнер с гектара. Сейчас в жатве участвуют хозяйства всех районов области. В уборке задействованы около 1 500 комбайнов. Мы как бы вошли в самую активную фазу уборки зерновых. Сегодня мы перешагнули как бы 1 000 000 рубеж. Вот. Так что темп уборки у нас где-то ежедневные, это порядка 30 тысяч гектар убирается и более 100 тысяч тонн намолот в сутки. Единственное, сейчас сдерживает у нас темп уборки то, что уже погодные условия как бы начинают, роса выпадает, и утренние часы начинают где-то в 9-10, пока не сойдет роса. Ну и вечерние часы тоже, когда те дни, которые росы нет еще, где-то до 9-10, от сил до 11 часов. Наибольшие площади убраны аграриями в Петелинском районе, а по валовому сбору в топе Сараевский район. По урожайности зерновых в лидерах Рязанский, Александр-Невский, Старожиловский, Сараевский и Сапожковский районы. Также в области собирают урожай гороха и картофеля.
Рязанцев из-за ремонта ждет массовое отключение света. Об этом сообщил сайт администрации города. Во вторник, 22 августа с 9:30 до 16 часов электроэнергию отключат по следующим адресам. Улица Пятая линия, дома номер 73-75, улица Шевченко, дома номер 56-58-59-60-91, улица Новопавловская, дома номер 10-23, улица Осипенко, дома с 19 по 30-й. Первый Новопавловский проезд, дома 1-й, 18-й. Второй Новопавловский проезд, дома 1-й, 25-й. В среду, 23 августа с 9:30 до 16 часов света не будет на улицах Трубежная, Семинарская, Сенная, Пожалостина. 22 и 23 августа с 10 до 19 часов в поселке Борки отключат электроэнергию по следующим адресам. 5-й район, дом номер 81. 6-й район, дома номер 30-59А. 9-й район номер 1-71, 10-й район дома 2-63А. К другим новостям. Рязанские полицейские задержали фальшивомонетчиков. Преступления, связанные с использованием поддельных денег, весьма распространены, но борьба с ними ведется и вполне эффективно. Подробнее Валерий Седов. Одна из самых часто подделываемых купюр – это 1000 рублей. Чуть ниже в рейтинге располагается 5000 рублей. На более мелкие деньги фальшивомонетчики чаще всего и не покушаются. Затратные производства попросту не окупаются. Сбывают такие купюры чаще всего в магазинах или при покупке вещей с рук. То есть в тех случаях, когда подлинность купюр проверить невозможно. Бороться с фальшивомонетчиками можно только силами закона. И получается это довольно успешно. Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции получили информацию, что двое жителей Москвы направляются в Рязань для реализации поддельных банкнот. Вечером 16 августа оперативники Управления экономической безопасности совместно с коллегами из отдела МВД при содействии инспекторов УГИБДД задержали 30-летнего мужчину и 32-летнюю женщину. В ходе осмотра в автомобиле, на котором злоумышленники приехали из Москвы, полицейские обнаружили 131 банкноту номиналом 1000 рублей с признаками подделки. По предварительной информации, задержанные мужчина и женщина причастны к серии фактов сбыта фальшивых денег на продуктовых рынках и в магазинах как Рязани, так и населенных пунктов Центрального федерального округа России. Сотрудники полиции устанавливают все звенья цепи сбыта поддельных банкнот. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных купюр». Впрочем, по словам мужчины, ничего плохого они не планировали. Хотели разменять, чтобы посидеть, погулять. Для того, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, достаточно знать основные отличительные черты настоящей купюры. Существуют такие микроотверстия, которые обычно повторяют номер купюры, не номер купюры, а номинал купюры. То есть, допустим, здесь купюра 100 рублей номиналом, и здесь пробита микроперфорация 100 рублей. Будьте бдительны, и вы точно не попадетесь на удочку фальшивомонетчиков. И помните самое главное правило. Если у вас в кошельке обнаружилась фальшивая купюра или просто закралось такое подозрение, ни в коем случае не пытайтесь целенаправленно ее расплатиться, так как в таком случае вы сознательно становитесь соучастником преступления. За прошедшие выходные на дорогах Рязани и области в ходе специальных мероприятий по тотальной проверке транспортного потока выявлено 52 водителя, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Такая статистика подтверждает актуальность регулярных рейдовых мероприятий. 18 августа примерно в 17 часов на автодороге Кутукова-Исады Спасского района 29-летний житель города Москвы, управляя автомашиной Toyota, совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении мотоциклом Иж Юпитер 5 без регистрационного номерного знака под управлением 14-летнего жителя Рязанской области. В результате ДТП водитель мотоцикла с полученными травмами был доставлен в больницу, а ехавший с ним пассажир, 14-летний житель областного центра, от полученных травм скончался на месте происшествия. У водителя автомашины Toyota установлено состояние алкогольного опьянения. Прибор показал 1,7 миллиграмма на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Кроме того, 20 августа в Рязани на улице Советской Армии автомобиль протаранил столб. Информация об этом появилась в социальной сети ВКонтакте. По сообщению очевидцев происшествия, водитель был пьян. Его задержали сотрудники ДПС. «Я как раз ехал мимо, два экипажа стояли, водитель еле стоял на ногах», – написал один из свидетелей происшествия. В
Третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных. Организация выступила с этим предложением в 1992 году. Начинание поддержали экозащитные организации разных стран. Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблемам бездомных животных и рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе. Каждый день в приюты поступают по 10-20 звонков с просьбами забрать бездомных собак и кошек. В кинологическом питомнике «Мещера» одновременно может содержаться около 80 особей. В неделю пристроить семью удается 2-3 животных. Поэтому в приют берут не всех, а отдают предпочтение тем, кто без особого ухода просто не выживет. Например, с отсутствием конечностей или после автокатастроф. Сейчас здесь живет более десятка кошек. Основные же обитатели приюта – это собаки. Они очень веселые, они любят играть, да, они очень хорошо живут. Белые, черные, рыжие – питомцы всех мастей и размеров. Однако у каждого свой уникальный характер. Одни прекрасные охранники, другие – милые непоседы, любящие детей. Именно поэтому все чаще люди стали брать из приютов не маленьких щенят, а взрослых особей. Такой друг будет предсказуемо вести себя в семье. А найти общий язык получается уже с первого знакомства. Когда я сюда пришла, мне понравилась собака. Я ее забрала, она сейчас у меня в деревне. Вообще не контактировала, не выходила. А сейчас вообще шикарно. Обожает людей, детей. Даже с кошками иногда ладит. Просто понравилось. Просто шикарная собака. Оля и Настя – волонтеры. На протяжении 2 лет они приходят в приют, чтобы помогать животным привыкнуть к людям, освоить основные команды и повысить свои шансы на попадание в семью. У каждой из девушек на опеке 5-6 собак. По одной из каждого вольера. Однако и здесь не обойтись без любимчиков. Это Риджи, ей где-то 7,5 лет. Я ее выбрала чем-то, потому что она похожа на мой характер. Мы с ней немного такие скромненькие, но в компании друг друга мы с ней очень общительные, очень дружелюбные. Ходим по паркам, гуляем и просто посещаем выставки, снимаем места. У многих животных трагическая судьба. Кого-то вовремя не стерилизовали и отправили на улицу со всей семьей. Муха попала в приют около года назад. Ее выбросили на улицу дачники в конце сезона. Собака была пугливой, не приученной ни к поводку, ни к городу. Она была зашуганной, но вот решила ее взять. Мы с ней занимались, ну, приучались к поводку с вкусняшкой ходили. Команда тоже за вкусняшкой. Начали ходить в парк, в ЦБКО. Вот, с ней там заниматься. Вот она оказалась очень доброй, позитивной собакой. Я с ней занимаюсь уже полгода зимы. Она вот сейчас команды знает, у меня на поводке гуляет. Ну, даже без поводка умеет ходить, любит очень плавать, охотиться, ну, вот, на птиц. Каждый день волонтеры видят, как из замкнутых и замученных животных их питомцы превращаются в ухоженных и счастливых верных друзей. Если вы хотите завести собаку или кошку, достаточно сделать один телефонный звонок. Можно обратиться на нашу горячую линию. У нас есть отдельная горячая линия по собакам, по кошкам. Вот. Звонят, говорят, что там хотят собачку, кошечку. Мы говорим, куда можно приехать посмотреть. Вот. Люди приезжают и выбирают с собой поводок, ошейник. Они стерилизованы, имеют хорошие манеры и все прививки. Поэтому хоть сегодня готовы стать частью новой счастливой семьи. Жители некоторых микрорайонов заметили массовое поражение каштанов. Благородные деревья, украшающие улицы, парки и скверы, подвержены напасти не первый год. Что происходит с каштанами и чем это грозит взрослым деревьям, расскажет Валерий Седов. В этом году лето задержалось, а осень наступила раньше обычного. Правда, сказывается это только на каштановых листьях. На дворе только середина августа, а листья этих деревьев уже желтеют. Но до привычного осеннего рыжего цвета им еще далеко. На листьях появляются бурые пятна, и располагаются они чаще всего хаотично. Дело здесь не в погоде. Прежде всего, повреждение так называемой каштановой минирующей молью. Или ее еще в последнее время часто называют охридским минером. То, что вот она на листьях делает вот такие вот мины. Опасны эти насекомые тем, что они делают несколько кладок яиц за сезон. И за весь этот период каштаны на территории Рязанской области могут попросту погибнуть. Каштан конский – это не только благородное дерево. Это еще отличный медонос. К тому же он обладает отличными лекарственными свойствами. Получается, что бороться с вредителями нужно. Только способы труднодоступные и порой дорогостоящие. Это, конечно, привлечение птиц. В местах вот массовой посадки или аллеи каштана конского –
так как птицы – это один из биологических методов борьбы с вредителем. И, конечно, применение химических препаратов. Это так называемых и инсектицидов при борьбе с такими вредителями. Еще один способ – это внутристволовые инъекции. Мера действенная, правда, не из дешевых. Угрозу несут себе и личинки насекомых. Они поселяются в листве, постепенно поедая ее. Все это приводит к долгосрочному опаданию листьев. Правда, без внимания и их оставлять не стоит. В опавших листьях каштана продолжает развиваться вредитель, поэтому их также следует уничтожать. Напомним, каштановой болезни деревья подверглись еще прошлым летом. Тогда службы города обрабатывали их инсектицидом длительного действия. На этом у меня все. До свидания. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты?